Таким был этот вторник глазами наших корреспондентов. А какие новости у кировчан? Давайте посмотрим. Проснулась, кота покормила. Иду работать, денежки зарабатываю. Со сетя поздравляла тех, у кого сегодня день рождения. Мы сходили в поликлинику и записались к любимому врачу. Я пошел в университет. Сходила в парикмахерскую. С дочкой позавтракали, пошли в садик. Я встала, сделала зарядку, побегала, прибралась и отвела детей на кружки. Иду сейчас с медосмотром. Кофе пью. Мы флористы, вот делаем букетик.